Амарна в Среднем Египте является местом, которое король Ахенатен выбрал как новую столицу, чтобы начать свою религию богу солнца Атона. Король всегда изображен в стиле преувеличенного реализма, с удлиненным лицом и большими бедрами. Возможно, такой вид короля показывает его божественный аспект и его способность повторно посотворить себя. Он показан как мужчина в верхних частях тела и как женщина в нижних частях. Эта статуя была найдена в Тель-эль-Амарне. Ахенатон управлял Египтом в течение 18 династии, 1353 год до нашей эры, после смерти его отца Аменхотепа III. Ахенатен и его жена Нефертити изображены сидящими и дающими сережки для одной из их трех дочерей. Семья защищена богом солнца Атоном. Эта незаконченная статуя из известняка показывает короля, целующего женщину, которая может быть его вторичной женой Кии или одной из его шести дочерей. Ахенатон показан с женой в святынях и на стенах молящимися и совершающими подношение богу солнца Атону. Многочисленные незаконченные статуи были найдены в симпозиумах в Тель-эль-Амарне. Например, красивая голова королевы, в котором мы видим скульптурные линии, которые определяют черты ее лица.